Итак, друзья, всем привет, и сегодня мы с вами посмотрим на четвертый выпуск журнала LEGO Legends of Chima. Вот так вот он смотрится, полностью запечатанный. Вот вы можете видеть штрих-код, на котором написано LEGO Legends of Chima, LEGO Легенда Chima, номер 4, 2015 год. Давайте откроем, посмотрим, чего тянуть. В этом выпуске опять не фигурка. Четвертый выпуск, так скажем, дали сбой. Вот, и здесь просто какие-то такие вот стоечки, которые нужно собирать и так далее. Так, вот так вот смотрится пакетик, но мы на него посмотрим потом, в конце, после самого журнала. Итак, давайте разберемся с лицевой частью. Огонь против льда написано, супер подарок, вот это. Оружие огня против оружия льда, грозный подарок. Два плаката, как обычно. Так, какие-то призы, ну призы это, я думаю, очень сложно будет выиграть. В общем, давайте начинать, посмотрим, чего там таится внутри. Ух ты, решающая битва за Чиму, смотрите, какой набор. А, это то есть вот два набора. Один вот этот вот, такой большой робот, и вот этот вот. Так, их название, номера, в общем, типа рекламки такие наборчиков. Вот, здесь содержание, как обычно, и дальше начинается комикс после истории. Пошел комикс. Комикс. Так, опять же таки, это реклама, которую уже все 100 раз видели. Ну, кто смотрит эти видео про журналы, все их видели. Дальше идет комикс. Вот, класс, здесь про мой подарок. Вот вы можете видеть, ну, то есть про... А вот тот подарочек, который идет в комплекте, инструкция по сборке, его вид и так далее. А, задания, опять всякие головоломки и так далее. Даже есть тест. Так, большой путеводитель, тыры-пыры. Очень много здесь информации по персонажам и так далее. Есть очень много. И мы уже приблизились к плакатикам. Давайте посмотрим на плакаты. Итак, смотрим на первый вертикальный плакат. И это лед или огонь. Вот такое вот противостояние, собственно, как и... У нас вот такая вот стоечка была какая-то, лед против огня. Давайте посмотрим на второй плакатик. И это у нас вот такой персонаж Ice Bite. Очень, кстати, прикольно, хотелось бы заполучить его фигурочку. И давайте продолжим смотреть на журнал. Итак, давайте продолжим. После плакатов нас встречают головоломки, потом нас встречает игра. Дальше пошел комикс. Комикс. Я думаю, прочитайте сами. Потом отдохнем. Здесь какой-то диалог вместо твоей шутки. В общем, такое всякое развлекалово. Дальше опять почта, рисуночки. И сейчас мы увидим, что будет в следующем выпуске. Интрига. Фигурка. Да, как раз Ice Claw. Вообще прикольно. Вот он. Круто. Блин, вот следующие выпуски, пятые, очень хочу. Быстрее. Там офигительные фигурки. И здесь что это у нас такое? Ага, здесь вот такая вот битва, опять же таки, огня и льда и огня. Как-то вырезать, наверное, можно. Вот... А, нет, правила игры. Огонь против льда, память на память. Ну, в общем, вот такой вот журнальчик был. Как всегда, интересный. Мне кажется, вам тоже нравится. Давайте посмотрим на вот эту вот... Как ее назвать? На подарок, в общем. Ну что, теперь давайте посмотрим вот на такой вот пакетик. Написано Limited Edition. Что вы. Откроем его, высыпем деталечки и соберем. Для этого мне, кстати, понадобится инструкция. Я что-то зря убрал журнал. Сейчас нужно будет его опять достать. Слушайте, очень много деталей. Гораздо больше, чем было в Ниндзяго. В Ниндзяго было, ну, прям, что-то очень мало. Да, прям гораздо меньше, чем здесь. Там была стоечка с оружием. И, в общем-то, вот наша инструкция. Давайте по ней соберем. Ну, это тоже, наверное, как стойка для оружия, только стойка для другого оружия. И уже не ниндзяга, а чима. Как-то так, наверное, я понимаю так. В общем, собираем, друзья, собираем. Попробую это сделать довольно-таки быстро. В принципе, здесь все, по инструкции все понятно. Не обязательно прям все вот вам показывать, как я собираю. Хотя... Блин, ну Лего это просто... Лего это уровень, друзья. Лего это однозначно уровень. Причем достаточно высокий. Я бы сказал, показательный уровень. Так, как это все должно быть. Так, основную штуку мы собрали. И, в принципе, на этом даже все. То есть сюда мы сейчас будем втыкать уже остальные вот эти собранные всякие вещички. Итак, как это все собрать, сейчас мы разберемся. Так, это как-то вот так вставляется, потом сюда вставляется вот эта штука. Слушайте, здесь такие прям грандиозные эти сейчас будут. Я такое еще не собирал, если честно.
Так, по бокам вот эти вот красивые, нет, не вот эти, а вот эти вот красивые штуки. В общем, давайте сейчас маленечко перемотаем и уже потом посмотрим на конечный результат. Я, кстати, забыл надеть вот сверху еще вот эти вот длинные штуки, коричневенькие. Теперь это... Кстати, мне не нравится то, что никак очень не закреплено, и они вот так вот шатаются, я не очень такое люблю. Не по-перфекционистски, теперь давайте, в общем, ледяные всякие штуки сделаем тоже на перемоточке. Ну что, в общем-то и все, я все собрал, друзья, теперь давайте на все это посмотрим, мы берем инструкцию, чтобы она не мешалась нам в кадре, получилась вот такая вот замечательная какая-то стоечка, это, в принципе, такая же, можно считать, стойка с оружием, мне кажется, вот так вот она смотрится, довольно интересно, потому что вот есть сочетание двух цветов, такой красненький и синий, ну, оранжевый и голубой, там, я не знаю, оттенки, неважно, в общем... Ну, довольно интересно, если сравнивать с не статуэткой, а со стойкой из ниндзяго, вот эту вот чимовскую, то я даже не знаю, что лучше. В принципе, это, наверное, посимпатичнее, но, как я говорил, фигурочки мне нравятся больше. В общем-то, на этом все, давайте завершать этот выпуск. В общем, друзья, это был 4-й выпуск LEGO Legends of Chima. В принципе, мне понравился вот такая вот супер подарок, этот оружие против оружия огня, против оружия льда. Да, это, в общем, это стойка оружия, как и была в Ниндзяго, но маленечко посимпатичнее. Хотя, ну, в принципе, они, в принципе, ладно, равны. Я буду ждать 5-й выпуск, где будут супер фигурки. В общем, если вам понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, если вы этого еще не сделали, вступаем в группу ВКонтакте, добавляемся в друзья ВКонтакте и ждем мои новые видео, друзья, с нетерпением, пожалуйста. Я буду стараться. В общем, всем пока!